едем на работу. Голодное место. Она такой вот лодочки. Тяжела и неказиста жизнь телеведущей телепроекта «Дом-2». Но зато посмотрите, красота в глазах смотрящего. Главное не уронить телефон. А! Сейчас смотрите как. Просто, мне кажется, закатом можно наслаждаться бесконечно. Посмотрите, кто у нас тут живет. Это маленькую какую улиточку он льет. Эти усики. Посмотрите, какие клевые. Куда они ползут, интересно? Мы сегодня с девочками договорились, что мы будем кушать только днем, а вечером будем пить чай. Вот наш скромный ужин. И вот моя тарелка. Таня! Что съесть, чтобы похудеть? Свеклу, мать. Свеклу и еще раз свеклу. Серьезно, ничего. Печенюшку можно? Нет. Да! Нет! Да! Мы просили печенюшку, но... Мама Таня нам запекла яблоко, и вот мы теперь едим яблоком. Ковыряем. Женька. Вкусно? Соня. Вкусно? Очень вкусно. Всем доброе утро. Только встали, только проснулись. У нас целый день проливные дожди. Даже выходить не хочется. Сегодня у нас... Целый день проливные дожди, поэтому единственная возможная укладка – это хвостик. Поезжаем на площадку, целый день сегодня проведем там. Теты и лобные. Приезжаем на площадку. Как красиво. Просто. Я не могу налюбоваться. Сегодня такие волны. Прям прилив глубоко даже здесь. Мы приехали на остров любви. Сейчас будем снимать разбор. Привет, я Ольга Бузова. 2 ноября состоится мой первый большой сольный концерт «Под звуки поцелуев» в родном городе Санкт-Петербурге. Билеты еще можно приобрести по ссылке внизу. Люблю вас и жду с нетерпением встречи. Ваша Ольга Бузова. Привет, я Ольга Бузова. 3 ноября состоится мой первый большой сольный концерт «Под звуки поцелуев» в любимой Москве. Билеты еще можно приобрести по ссылке внизу. Люблю вас и жду с нетерпением встречи. Ваша Ольга Бузова. Вы когда-нибудь подъезжали на лодочке прямо к ресторану? Вот у нас остался наш остров там, у нас есть небольшой перерывчик на обед. И опять идет дождь.
Мы первый раз приехали в местный ресторанчик. Такой вот он красивый. Находится прямо на океане. Вот наш остров, вот сзади меня. Евгения, а как вы себя чувствуете на работе? Вот как вам сложно? У меня очень сложно переговоры. Соня, как вы себя чувствуете? Татьяна? Я, как всегда, на работе. Вот здесь погода, как характер у любой девушки, переменчивый. Только что вот мы уезжали с острова, светило солнце, сейчас просто проливной дождь. А мы в ресторанчике. Будем сейчас кушать. Просто проливной дождь. Небо затянуло.